Так, сейчас будет седьмой поединок пехотного генерала против Таксинова. Во. Так, самый, наверное, неприятный. Генерал Фай против доктор Трекс. Ты не можешь победить мои токсины, генерал. Привет, генерал. Думаешь, я не вижу шпионов, пролетающих над моей базой? Пожалуйста, смотри на все, что пожелаешь, потому что это может быть последний раз, когда ты смотришь на мою крепость. Как видишь, моя оборона непробиваемая. А токсические оружейные системы отравят твои войска до того, как они доберутся до меня. Готовься рассказать своим трехглазым внукам о своем поражении сегодня. Бронник бесплатно. Отличный выбор. Здание закончено. Строительство будем жить в роскоши. Давайте строим. Китай щедрый. Ах, да. Накладывай. Строим для Китая. Наши пули ничто не остановит. Китай щедрый. Я вижу тебя. Звучит многообещающе. Нужно посмотреть. Отличный выбор. Модернизация завершена. Опять генерал? Угу. Ну я про компанию прохожу. Да, накладываю. Китай станет больше. Армия людей. Защитники мира. Будем жить в роскоши. Накладываю. Отличный план, генерал. Наши пушки уничтожат врага. Немедленно. Правильно. Сядь и расслабься. Дай время моим такси. Накладываю. Строительство завершено. Защитники мира. Тебе нравится смотреть, как твои люди светятся в темноте? Тогда готовь больше! Будем жить в роскоши! Отличный выбор! Ты красный капитанник! Дай щедрый! Отличное место! Мисс, знаешь, она убивает тебя. Так много хранительных сооружений. Все бесполезно. У меня большая пушка. Будем жить в роскоши. У нас большие планы! Наши пули ничто не остановит. Дай щедрый! Убийца танков! Время приготовить очередную партию! Отличный план, генерал! У меня большая пушка! Будем жить в роскоши! Докладываем. У нас большие планы! Отлично! Китай станет
Каждое мгновение задержки немного убивает тебя. Дай, Седрик, будет многовещающий. Блять, а где еще ты? Наши пути уничтожат врага. Будем жить в розыске. Люблю большие цели. Давайте строим. Будем жить в роскоши. Мы пробьем их броню. Ах, да. Отличное лето. Давайте строим. Китайский ракетоносец. Ты можешь рассказать, почему они правы, что плоть отпадает от костей? Ты примешь мирное соглашение? Возможно, противоречие? Один вдох, и ты никогда не вернешься. Даже если очень захочешь. У нас большие планы! Давайте строим! Поздравления, генерал! Вас повысили! У нас большие планы! Будем жить в роскоши! Строительство завершено! Попробуй мое лекарство. Отличный выбор. Строю для Китая. Хорошее начало. У нас большие планы. Китай хитрый. Подевал новые химикаты. Чувствуешь это? Нет? Будем жить в роскоши. Как закончу, будет хорошо. Выдохни и снова. Стало лучше. Отличное место. Строительство закончено. Поздравления, генерал. Вас повысили. У нас большие планы. Да. Китай хитрый, хорошее начало. Хорошо, до последней капли. Мы обнаружили вражеского Джармина Келла. Следующей атакой. У меня большая пушка. А где танки там? Лучшая пропаганда завершена. Так, слушай. У нас большие планы. Достойная разведка. Готов к очередному уроку химии.
нас забилось сопло распылителя, генерал. Дай мне секунду для ремонта. Рецепты мои! Токсиновые войска! В атаку! Давайте строить! Звучит многообещающе! Дай щедрый! Внимание! Скат-шторм обнаружен! Ты придешь за токсином, но ты останешься, потому что ты труп. Китай станет больше. Строю для Китая. Хорошее начало. Хели, не ходит на сцену. Ну вот и мы, генерал, как таблетка. Давайте строим. Строю для Китая. Отличный план, генерал. Докладываю. Что нужно сделать? Полететь. Вмешался в наши эксперименты, генерал. Для меня найдется мишень. Нужны еще жертвы, добровольцы для экспериментов. Кому-то сегодня не посчастливится. Достойная работенка. Таблетка первому хвосту. Да ёбаный, сука. Забыл про это. У нас большие планы. Обидно. Ты собираешься атаковать меня? Или боишься что-нибудь найти на моей базе? Ты генерал поиграешь? Будем жить. Ну, будет лучше. Наверное. Так закончу, будет хорошо. У нас большие планы, сэр. Блять, как они быстро приехали. Подразделение потеряно. Не успел. Подобно кислотному дождю, мы обрушимся на твою базу. Может, я следую. Заметил, как токсины разминаются вокруг. Блин, уходим, уходим. Тут же парашу скинули на нас. Подразделение потеряно. Мои токсические войны, принесите сообщение в массы. Строю для Китая. У нас большие планы. Тебе понравится это, генерал. Нет, это не понравится. Тихо. Но смертельно. Строю для Китая. Отличный план, генерал. Строим китайскую империю. Это все, генерал. Ты сам виноват, генерал. Теперь посмотри, как люди будут платить за твою ошибку. Хорошее начало. Давайте строим. Что нужно сделать?
Так, надо сейчас переждать только шторм. Сядь и расслабься. Дай время моим токсинам. Их техника уязвима. Черный лотос нас хорошо учила. Внимание, скат шторм начал. Что у нас большие планы. Будем жить в роскоши. Я отключу их технику. Наш бат отполна. Похоже, твои войска интоксицированы, генерал. Твоим войскам не хватает дыхания, генерал. Сдавайся. Будем жить в роскоши. Давайте строим. Командный центр. По идее, он не должен токсиновый. Убивать любой ГЛА не может убить командный центр своим скотштормом, но тут, видимо, лэптоп в руках. Особые условия. Да, ГЛА парашный. Позвольте мне помочь. Зашкрую, раскрою. Строю для Китая. Суперхакер готов. Время приготовить очередную партию. Ну ничего. Китай хитрый. А то сейчас я его построю. Как закончить? И уничтожу его, сказать что. Строю для Китая. Батарейки заряжены. Давай, Суперхакер готов. Отличное место. Да, слушай. Я отключу их технику. Поздравления, генерал. Вас повысили. Суперхакер готов. Строительство завершено. Кабели готовы? Ладно, дай секунду. Каждое мгновение задержки немного убивает тебя. У нас серьезный график. Строительство завершено. Давайте строить. Наша ядерная ракета готова. Твоя ядерная ракета только вызовет у нас мутации и сделает нас сильнее, генерал. Они атакуют нас базу! Ты можешь рассказать, почему они правы, что плод отпадает от костей? Будем жить просто! Подразделение потеряно. Сибирская язва? Она портит тело. Почему? Я же... Да, блядь, ну это какая-то залупа. Я тут, блядь, тут как... Идиотизм, конечно. Не успел он бросить. Что нужно сделать? Чувствуешь это? Нет? Безопасно для купания.
Настрою для Китая. Вдохни, выдохни и снова. Стало лучше. Кому-то сегодня не посчастливится. Достойная работенка. Что там внизу? Достойная работенка. Внимание, скат шторм. О, разве я забыл тебе об этом сказать? Следи за шахтами, генерал. Строю для Китая. Отличный план, генерал. Хорошо, до последней капли. Дальше. Суперхакер готов. Что нужно сделать? Давайте строим! Ах, да! У нас большие планы! Я твое дело знаю! Суперхакер готов! Давайте строим! Китай щедрый! Я даю тебе передохнуть перед нашей следующей атакой! Я слушаю. Так и вперед. Китай щедрый. Строю для Китая. Что еще хочет? Суперхакер готов. Я отключу их технику. Будьте готовы. Никто не заметит. У нас большие планы! Строю для Китая! У нас забилось сопло распылителя, генерал! Дай мне секунду для ремонта! Суперхакер готов! Китай щедрый! Их техника уязвима! Строительство закончено! Суперхакер готов! Ты придешь за токсином, но ты останешься, потому что ты труп. Китай станет больше. Черный лотос нас хорошо учила. Наша ядерная ракета готова. Модернизация завершена. Железное усиление, генерал! Активу мало, что осталось, но все мое! Ты пожидай мне работу. Шансы в наши эксперименты, генерал! Наши пути уничтожат. Подразделение потеряно. Что не остановит? Запущена ядерная ракета. Так летит параша. Наши пути уничтожат врага. Китай щедрый. Собираешься атаковать меня? Или боишься что-нибудь найти на моей базе, генерал? Модернизация завершена. Их техника уязвима. Слушай.
ничто не может выжить внутри облака токсинов, генерал. Я слушаю. Что нужно сделать? Да, бункер готов. Нужен нефтеперерабатывающий завод для очистки токсинов. А тебе он зачем? Приходит на сцену. Я проникну. Кому-то сегодня не посчастливится. Суперхакер готов. Батарейки заряжены. Поссать надо. Еблан тут? Еблан. О, здорово. Я же подергался, Еблан. А где Еблан? Чего молчит? Напездал. Курня тут. Здорово. Здорово. О, какие люди. Вот он где. Че, как дела? Дятел, нахуй. Блять, урод, сука, весь стрим испортил, блять. Да ты чё, стримишь, что ли? Ну я локалку пишу, генерал, отсюда прохожу. Я отключу их технику. Пока он зашел такой, не здоровается, где, говорит, еблан. Да он, видишь, как меня любит. Да чё ты... игрушечку свою стримишь? Не, генерал. Но смерть. А, ты за пехотного проходишь? Хворик, он, видишь, раздухарился тоже. Патриоты готовы к бою. Хочет поиграть. Готов качать вас. Поиграть. Хворик пришел поиграть. Внимание, скат-шторм обнаружен. Чё ты, в дэндиский спорт играешь какой-нибудь? Или вообще, в смысле, не в спорт, а вообще в дэнди? Ну да. Чё? Ну, последний район одного. Правильно, сядь. Блядь, дабл драйвер. Сука, сука, нас стримили. Все возможные улучшения надо сделать. Чё ты говоришь? Я как говорю. Не, ну блин, ты что-нибудь так проходить, либо в Марио элементарно играл. Ну конечно. Чё ты хорошо играешь? Я уже не помню. Больше любишь всех, да? Ну да. Так, вот. Так, надо поменять. Мисс, знаешь, она убивает тебя. Что, эмулятор меняешь? Нет, для трансляции. Мне не нравится, как меня рестримится. Так. Выходит на сцену достойная работёнка. Полетели. Как на Твич? Модернизация завершена. Для Твич вообще не просматривается канал. Мои красно-кафтанники. Так,
Кибергаме. Трим на... Надо вести, уже забыл, блядь. Так, настраиваем. Где это? А, во, вот эту хуету надо скопировать. О, блядь. Пидрила. Докладываю. Пиме? Грил. Или купиме? Грил. Пидрил. Или тратил. Там уже три богатыря нету в полпачке. А стрим еще не начался. А это анонс, потому что анонс. Каждое мгновение задержки немного убивает. Это данные для рестрима на сам сердце. В данном случае это сервер Франклин. Об этом гласит три буквы зеленого цвета. Ох, блядь. Турнир по хоккею. Устроить здесь. Ооо. Ну, там Куба всех вздрючит. Тебя что-то РВД искал. Войдем. Нашел, что ли? Говорит, хочу отпиздить дурака. Наша ядерная ракета готова. О, ну это... Блядь, вот я натупорезил. Теперь придется тебе поссать печку. Ты я люблю участвовать в этом турнире, вот я вот видел. Отпадает от костей. Строительство закончено, суперхакер готов. Строительство завершено. Так, есть один только шанс все исправить. Сегодня так. Сейчас я отредактирую прямую трансляцию. Будем жить в роскоши. Даже брыручится. Фаурик, ты в курсе хоть, что мы играем на 105.1.41 вообще всю? Сейчас запущена подожди, ядерная ракета. 1.41? Ох, какой красивый план. Нужна версия 1.41. Здесь я лучше... Давайте лучше кину мою на стопе, в которой шить еще играется какой-то. Блядь, обоих что-то потерял, блядь. Ладно, это хуйта. У меня не написано какая-то версия. Сейчас я тебе кину свою, я просто свою в архив захуесошил. Прыща? Ты будешь играть в нее. Хорик что, собрался в онлайн игры играть на гонке? Ага, Хорик. А то что? Ты что-то орал, что-то, да, тебе поиграются. Чувствуешь это? Да, типа не просто так, оказывается, орал. Все думали, что угорал. Сказал, что он орал. 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 А чё вы смеялся 5 минут? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Та-та-та-та-та-та-та. Корик, принимай этот архив. Я надеюсь, ты умеешь пользоваться WinRAR'ом. Ну что, проверим, где ватери? WinRAR, что это такое? Вот. Что нужно сделать? Там пачки всякие ромы, уйомы, блядь. Вдохни, выдохни снова. Так, это у нас будет уже третий мини-стрим, нахуй. Стрим. Давай быстрее, качай. Нужен прорыв? Три. Так, ну чё будет точно, какая игра будет точно? Вот он, мы не стрим. Это какая? Ау. Воу. Ауч. Подразделение потеряно. Ладно. Ауч. Воу. Ауч. Воу. Что нужно сделать? Топ. Застольная. Это бомба. До последней капли. А что когда эту мелодию? Иллюминатор подул. Там такой ударник нравится вообще здравый.
Куда музыка? Блядь, никто не играл, что ли? Межгалактический ниндзя Зен. Залупа. Блядь, вот это зря, блядь. Если тебя в детстве не было, так-то эта игра, блядь, только круче, чем Капитан Америка в разы, нахуй. Чё? Металл. Временный барьер для моих токсинов. Ты мне какой-то дичь втираешь. Дичь втираешь вообще, хрень. У нас забилось сопло распылителя, генерал. Дай мне секунду для ремонта. Эх ты! Твоим пилотам все еще надо дышать. Эх ты, твоим пилотам все еще надо дышать. Ну, забил сопло распылителя, генерал. Дай мне минуту для ремонта. А, ты с последней пиздятина? Нет, еще это последняя. Это токсиновый как раз. А, токсиновый? Страшный. Седьмой по счету. Ты придешь с токсином, но ты останешься, потому что ты... Ты придешь за токсином, но ты останешься, потому что ты труп. Ну чё, крылатый кот, наигрался? Покер. О-на-на-на, покер-фейс, она покер-фейс. А я не играл в покер? А чё ты там делал? Мы даже со Стебаном, помню, играли в покер на стриме. А, психа да. Там искал с кем бы пройти, там, если не ошибаюсь. Снайкер. Да. Снайкер это он ролл. Ага, запускай на стопе. Эй, браток! Ой, блядь. Чё такое? Чё? Братки. Оо, браток. Да. А я когда, это, когда Соника выпускать будем? Бля, кот, я не знаю, может пораньше надо действительно, но, блядь, у меня сейчас пока трудности с этим. С операцией. Автомат. Кот, давай по этому подумаем. Ой, блядь, сегодня-завтра надо перепишем регламент. Там уж потом придется, две, и, чтобы ускоривать играть, там по две это... Ускорью, по, чтобы играть. По две параллельно, на два фронта выебать, это, блядь, к минимуму... Я вас хотел спросить насчет вот этого, насчет ящика, это... Там не такой ящик есть, который меняет двух игроков местами? Да. Как? Может их вообще запустить? Нет, это нужно. Нельзя. Не всегда будет. Там ты не видишь, какие бонусы ты берешь, поэтому... Тут... Ну тупо нельзя сюда. Там либо телепорт омли, там либо все подряд. Запущена ядерная ракета. А то, блядь, так нечестно, я считаю, я до конца добегу, нажму этот телевизор. И я где-то там в конце окажусь, а он впереди. Да это хуета. Может потом. Там 5 показателей, только ты можешь потом 4-1 выиграть. Это в случае такие распространены. Первый прибежал, потом проебывает, блядь, 4-1. И хуй сосед в итоге. Возможно, там выпали. Ты на это внимание не обращайся. Все. Кот, обдумаем, ладно, брату. Дело какое-то бесхозяйское, я бы отменил. Ну, дело в том, что отменить только можно, если хакнуть. Не, ну просто запустить, не нажимать и все. А, нет, там дело в том, что когда ты возьмешь, он сразу действует. И ловринч пол Джиберия. Подразделение потеряно. Подожди, оно дело. Ой,
А чё там, он ко мне рвётся? Да. Тебя обидеть хочет. Блин, ты чё, чеснок? Кодоток, чеснок нельзя много, он, блядь, желудок раздражает. Но смертельно. Опять ты со своим ёбаным газом. Ну нормально, но только это. Холодильник тёплый, блин, как-то суп. Братки, смотри, чтобы не испортилось. Сонечка, Сонечка. Дай мне работу. Больмой, надо лучше помельче нарезать эту свеклу. Да, обязательно помельше надо, чтобы, блядь, питательнее было. Залупу нарезать, нарезать залупу. Ой, ребенок, малышок засмеялся, малышок. Такой забавный. Так. Правильно, сядь и расслабься. Дай время моим. Это когда проиграл. А, вот. Вот тут? Да. Ну-ка угадай музыку. Порик открыл на стопе. Да. Ой, для сетевой игры знаешь, что делать вообще? Подожди, секунду, подожди. Ты сейчас скажешь. Да. Нет, да. Время приготовить очередную партию. Придется так противно объяснять. Не, напомню, что мы куда делаем. Так, NetPlay, да, Connect. Сначала надо добавить ром. Подразделение потеряно. Управление. Не забудь управление настроить еще. Троил на оба джойстика. Ой, на одного. Поставил его вообще на все тоже скилл. Подразделение потеряно. На все четыре. На все четыре. Да. Да-да-да, на все четыре. Вот-вот. А ты думал, что это просто, что ли? И мгновение задержки немного убивает. Потом обязательно ставь. Знаешь, да сколько она будет гореть, эта мразь, блять. Обычный грузовик взорвался, блять. Как от параши, сука, длится. Вонь, блять. Уёбство. Эх ты, давитель. Подразделение потеряно. Блять, как тут, сука, неудобно атаковать, блять. Чисто. Ты можешь рассказать, почему они правы, что плот отпадает? Ты можешь рассказать, почему они правы, что плот отпадает от кости? Значит, у тебя есть геймпад. Но... Дохните, пидор, от своей же залупы. Подразделение потеряно. Нету, нету. Значит, ты... Наша ядерная ракета готова. Голубой? Запущена ядерная ракета. Ну тогда настраивай клавиатуру, Порик. Ну я так первый геймпад по тебе построил. Вот второй точно так же настраивай, точно так же. Как и первый. Как и первый, и третий. Тоже на... Короче, на то, как ты будешь играть, как ты хочешь управлять, так и настраивай. Все четыре геймпада одинаковые.
первый Гимпан первый. Что там? Ну как первый? Да. Как ты будешь играть? Как играть? Сегодня мы будем играть. Сегодня праздник у девчат. Вообще, качать не знаю, она не мультика. Это охуеть. Ну как они так далеко-то долбят, блядь, не может так. Даже генералов можно играть, ревелэйш. Пидорас. Для меня найдется мишень. Подразделение потеряно. Джеронимо. Ну куда же, блять, сука? Что делаете, блядь? Ты-то куда едешь, блядь? Вдохни, выдохни и снова. Стало лучше. Да, подразделение потеряно. Не управляются вообще, суки. Вот мне. А зачем свою ногу показал вначале? Как я привезу тебе свое лекарство? Это значит заставка. Но... При приветствии. Я тут направил, блядь. Подразделение потеряно. Пельмени ты бутыря. Да? Охуеть, да. Да. А справа что это? Коньяк? Коньяк. Что ты имеешь против токсинов? Что-то ты видишь, что используют для преодоления продуктов питания в нашем мире? Дурич, что-то наехал, блин. Ой, бля, что ты пельмешек? Смотри. О, три бутыря, уже средний не так. Подразделение потеряно. Ебать, блять, одного мудака, блять, не забили, он, блять, артиллерию всю взорвал, сука, пидор. Пидора. Я даю тебе передохнуть перед нашей следующей атакой. Блять. Хуяч, дурак. В любом случае, это мне было. Кто это врага? Уничтожу мой командный центр. Да ладно, я все равно не ненавижу своих штурмовиков. Только ты и я. У нас появилось сопло распределителя, генерал. Дай мне себе. Так, настроил. Привет, еще. Подразделение потеряно. Дальше тебе нужно зайти в настройки, preferences. Заходишь туда. Да. Во-первых, для удобства учитесь. Так, заходишь в preferences. Так, да. Значит, здесь справа safe on exit. Все галочки. Подразделение потеряно. Все галочки. Все работают. Все пять, понял? Так, дальше залазишь options. Вот. У тебя стоит залупа типа allow, up, down, and left. Это стоит галочка или нет? Но ты останешься, потому что ты труп. Options, потом input. И звук. Стоит allow, up, down, and left, right. Хорошо, не надо ставить наоборот, не надо. Дальше, заходи, машин. Опцион, закрывай все, вверху, где файл, там, машин. Input. Core play adapter, Famicom. Так, а что мы любим этих игров? Обставил Famicom? Да, да, да. Закрывай эмулятор, закрывай на крестик, он просит выходить, ты скажешь, потому что если сейчас повистят на 105, я всю эту залупу заново представить, а так он сохранил настройки. Так. Самое, вот душиное, кровно, легко. Так. Дальше, чё?
Блять, я случайно кинул тебе папку на стопе, где я трахался, да? Там видео есть, может посмотреть. Так. ТВ? А, нет, не то. Наша ядерная ракета готова. Такого. Ладно. Так. Запущена ядерная ракета. Значит, что мы с тобой в хоккей тогда собираем, да? Ты со мной в хоккей? Ты не победишь меня, генерал! О, блядь, я же мастер класс. Понимаешь, человек хочет увидеть настоящий класс, он идет ко мне. Это залупа, не может он так, блядь, сильно убить. Ты нереальный слом. Так, что у нас еще не убито? Так что скидывать, я тебе кинул папку. Там все, что надо. Что за да, все, запомни, понял. Ты сейчас что должен зайти NetPlay, Connect. Там ты выбираешь ADD, и ты выбираешь там, знаешь что? Ты выбираешь папки, в этой папке, которую я тебе кинул, ищи там по папкам, по всякой херате, там может быть запутано все, но скорее всего папка ROMS. Да, дальше ADD. Выбирай Degetsu Teamhack 06. Он что, в хоккей собрался играть? Да, ну конечно, я его буду нагибачить. О, все подохли почти. Начнем с такие. Еще раз скажи, Накицу какой? Наши пули ничто не. Да там с Накицу что начинается, найди там главное, чтобы хоккей в этом слое был. И Teamhack 06. Teamhack. Есть просто Teamhack. Готово. Нет, Teamhack 06 надо. Может тебе Верон скинуть проще? О, нет, он должен быть там, где я ему кинул. Он должен искать и учиться пользоваться. Давай, корень, папка ROMS называется. Я знаю, я ищу просто ROMS. На Никитсу начинается, на N, по алфавиту, если на N. Николай, Никилай. Гараж Тим, да? Какой гараж Тим? Так еще. Тихо. Блять, я уже испугался, думал, у вас его хакеры появились. Фу, блять. Я не вижу шестого нет. Блять. Дай мне работу. Ну как? Быстрее. Готово. NetPlay Connect. Блять. Странно. NetPlay Connect. ADD, блять. Вот NetStopium папку открываю. ROMS. А ему что, обязательно эту версию нужна? Именно, да. Мы красные капитанники. Как? Вот, блять, там Никитсу, вот, Teamhack 03, 04, 05, 06, в этой папке, ну ё-моё, Корик. Дай время моим. Открывай папка Нестопия, которую я тебе скинул, вот архив. В нём ROMS, блять. А, блять, умер. Я вот в этой хуйне и мы ищу её, блять, не могу найти. Rush, Teamhack, всё, блять, шестой. Возможно, нет. Возможно, мне не следовало Rush получать или свою гараж? Учёную степень Rush. В колледже. Всё, прошёл, блять. Ну, Никитсу, Rus, Teamhack.